15 февраля 2013 года. Время около часа ночи. Кишинев, улица Диму, 1/1. С нуля часов провайдер Мол Телеком отключил предоставление услуги интернет. Попытки дозвониться в службу поддержки провайдера ничего не дали, поскольку по новому графику работы службы заботы о клиентах Мол Телеком, она работает с 7 утра до 0 часов. А если интернет пропал после 0 часов, то потребитель остается один на один со своими проблемами. Для начала зафиксируем точное время съемки. Если верить службе Аладдин того же Мол Телекома, сейчас у нас 1:09. Итак, интернета у нас по-прежнему нет. Как бы посоветовали нам сотрудники службы поддержки, проверим и перезагрузим роутер. Я уже проделывал эти действия неоднократно, и они ничего не дали. И, в принципе, ничего и не могут дать, потому что, по данным, которые у меня есть, сигнал обрывается за гейтвеем. Поэтому проблема 100% не на нашей стороне, а на стороне провайдера. Но я хотел бы, чтобы все было наглядно, чтобы не возникало потом лишних вопросов. Кстати, на время отсутствия интернета телевидение работает нормально. То есть данные поступают, но в данном случае не те, что мне нужны. Итак, роутер наш перезагружен. Вот он наш внешний айпишник 109, 185, 135. И, соответственно, гейтвей с единичкой в конце. Давайте проверим. Интернет не появился. Проверим, может быть, есть Молдова. Нет, даже на сайт Молтелекома мы не можем зайти. Давайте сделаем traceroute. Итак, как вы видите, второй строкой с задержкой от 2 до 5 миллисекунд нам отвечает Default Gateway 109.185.135.1. За ним еще какой-то внутренний айпишник и дальше тишина.
В понедельник я направлю в Молтелеком жалобу, в которой попрошу разъяснить мне причины отсутствия услуги в данное время, а также мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь ответственный менеджер компании Молтелеком разъяснил мне, с чем связан переход на новый график службы заботы о клиентах. Неужели крупная государственная компания не может позволить себе круглосуточного сервиса? Возможно, этот же представитель сможет посоветовать, что мне делать в таких ситуациях, когда интернет нужен мне после 0 часов, по каким-то субъективным соображениям, не имеющим особого значения, а я не могу его получить. Что мне делать? Куда мне звонить? И как будут компенсированы неудобства, связанные с этим? В субботний вечер я вынужден любоваться на тайм-ауты, вместо того, чтобы пользоваться вашими услугами. Надо сказать, что Молтелеком требует от своих клиентов достаточно четкого исполнения своих обязательств по оплате. Если счет не будет оплачен, то в 0 часов 1 числа каждого месяца отключается доступ в интернет. Мне хотелось бы знать, почему я не могу рассчитывать на такую же ответственность и предъявлять к поставщику услуг такие же жесткие требования в отношении качества предоставляемых услуг. Надо сказать, что еще месяц, может быть, полтора назад служба поддержки работала круглосуточно. И в такое время я мог дозвониться, сообщить о проблеме, и, как правило, в течение 15-20 минут ее решали. Сейчас, к сожалению, все клиенты Молтелеком лишены такой возможности в ночное время.